Всем привет! Хаюшки! У нас лимит по времени, короче, у нас просто камера... Подожди, мне так неудобно. Камера долго не снимает, и, короче, мы побыстрее приветствие, концовку побыстрее. Да. Мы поехали, снимаем 91 Space 002, все, поехали! Ху-ху! Мы так долго ждали. Не усмеживайся. Заразительно. Надо смеяться, он просто страшный. За. Аз. Бала. Я тебе в прошлый раз неправильно сказала, там не Тимирхан, там Батырхан. Но я потом вспомнила, как начала редактировать. Господи, что такое? Боже, вообще. Мы тут, блин, нам плохо, потому что наш шпагат садится. И нам такие, о, нет. Ну, у них там все зажимается. Корейский мюзик. Нифига себе. Корейская песня. Понятно. Зачем такие длинные чулки, я даже глаз не вижу. Ну так что? Нифига. Машка запасится. Она, скорее всего, их менеджер, видишь, девушка? Которая? Вот, вот, вот. Она, скорее всего, их менеджер, наверное, потому что до этого она тоже была. Может быть. Не ушибнитесь. Что он держит? Не знаю. Это типа поклонится, да? Поклонится. Прикинь, такие в кадр попали. Мы взяли музондамыз. Бала, не стерим бельмей, шипс кеткен. Бала, как же да. Йоу-йоу. Воу-воу. Е-е-е. Бала, данс машин. Да, это бета-кружка, которую ты говорил, кстати, я увидела уже потом. Как объектив? Да. Нифига! Глаз! Мы тут братик на заднем плане, мы не общаемся. Это я вас стрелю! Мальчик, ты где? Ты где? Это норма. Не мешай, пожалуйста. Достану нифига. Сейчас, это не тот, кто летит. Владик, мы снимаем, отойди, пожалуйста. Иди. Сидишь, что такая? Не беспокойся, не беспокойся, что ли? Мальчик, литовская залечит? Эх, куда? Уф, уф, уф! Это моя литовка взлетела. Ну, конечно, пожалуйста. Она когда-то отпускается. Ну, спина и так она не встает. Владик, пожалуйста, выйди. Давай потише будь. Он
Повторить будем? Я даже так умею. Так и не будет. Нет, Ника, она тут ничего потрясена, извините. Что? Кто такой карабан умеет подойдется? Как он улыбался, сейчас попробую заводить. Спасибо, мамочка. Так, весь день не хумиотер. Молодой. Короче, это обрезать не буду, так что я выгнала братьев из комнаты, потому что он шумел даже сильнее, чем фанатки, и фанатки больше шумят. Меня, короче, просто уши уже все. Я остановилась на 6.32, это для себя, я для себя говорю, что потом легче было бы этот редактировать. Ладно, надеюсь, у меня получится нормально редактировать. Поехали. Все. Ой. Хочу так побывать там тоже. Читала комментарий, что на казахском. Мама Данияр, прикольно. На Казахстане на русском и на казахском разговаривают. Два языка у них. В комментариях писали. Шымкент. Он просто заснул, да, спит. Ужас. Это же эйс. Пипец. Может, я специально так снял себя? Да. Утреннее зависание. Ну хотя бы Казахстан, ну это же, блин, вот. Да. Вот прямо на ладошке почти. Вот не приезжайте в Уфу, пожалуйста. Пойдешь только ты туда. Я просто бы такая со стороны так. Пока. Такая девочка потеряна. Азак, не Азак. Опять эта девушка, да, рядом с ним сидит.
прикольно. Большой чат на девушку. Нет, она именно менеджер. Не может быть девушка, нет, менеджер, скорее всего. Или это не она, это другая вроде бы. Снимает. Ну вот что там чат рука. Ну ты ей группу снимай, даже не вроде все сидят же. Днем рождения. Я домой был, конечно. Надо мне все узнать. Оператор самое главное. На него самое сложное работать всегда. Рахмет. Что-то на деньги купить? О, нифига! Они шутят! Они потом шутят, да, но... Салям алейкум! Не показал? Кто это? Гелебаген! О, опять он. Сэндмен. Туны ночи, да? Нет? А нет. А не знаю, короче, я же сложно. Понял. А, бала не жазар бульметр. Наны мен жаздым. Болбызден бірген наны мен салдым. Мене Розаны эйс сал. Эйс. Все такое. Айда Эйси салды. Көріп бір әкімі художник екен. Сөйтіп салдым. Ана өте қуаршықты аян шық қоянды мен салдым. Қуаршықты смайликті мен салдым. Мен әдемі қосып алған ма? Басында бір қойты бір цилиндр жалып қойды. Бүгінде. По сколько ей лет? По 19, по сути. 19-20. Сейчас скажу даже, посмотрим. Че, серьезно? Уже все, что ли? Нифига, что быстро. Спасибо.
тянулась. Шазам? Ну, не узнаю. Если знаете, что за песня? Сейчас. Если знаете, что за песня, пожалуйста, скиньте нам, потому что нам очень интересно, нам понравилась песня, мелодия, в принципе, да? Что-то как-то даже настроение пропало. У нас было перевод, по-моему, такой-нибудь такой вот. Ну, не люблю, может, сказать. Ты про это бросать говорил? Про? А, все, увидела. Нифига. Я тоже хочу тебе такой браслет. Такой красный. В смысле, все что? Сау? Сау, да. Это как-то концовка, я ожидала там что-нибудь такое, типа сау. Как в прошлом видео. Так, что так, у нас Лиса не знакома еще на Антивайн, в принципе, я не показывала. Я вам скину сайт, с которого беру биографию на Антивайн. Я не хочу, может, конечно, будете видеть. Короче, вот, вот этот вот мальчик. Я надеюсь, как вам показать-то? Я надеюсь, вы видите, потому что, честно, я не знаю, там, у нас, что у нас там не работает? Фокус у нас, короче, не очень хороший, да. Фокусировка не работает. Короче, его зовут Ашмакын Азамат Кайратулы. Извините, если неправильно читаю. Псевдоним его Ас. Его зовут Азамат. Да, псевдоним Ас. Позиция в группе, он вокалист и лидирующий танцор. 93-го года рождения. 93-й год. У нас постарше. Ну, да. Вес 59, рост 1,77 м. Мама, ты. Мама, папа, младший брат. Нифига. Как бы здесь очень много. Факты, проходил стажировку. Казахский, русский, корейский. Ты прикинь, где он стажировался? Южная Корея. Я вроде, кстати, это знала, но потом я этот... Сразу увлекался пением, потом начал посещать вокал. Чтение мистических и эротических. Эротических книг. Эзотерических книг. Так, следующий у нас... Вот, если вы видите. Тот самый неловкий момент. Короче, это Данияр. Бала, вокалист он 98-го года. У нас на год младше? Младше. У нас на год младше. Рост 1,75 м, вес 58, ну, в принципе. Мама, папа, младшая сестра, младший брат. Нифига. В детстве начал петь и увлекаться музыкой. Бывший участник инструментальной группы Brotherhood. Скиньте, пожалуйста, эту группу, потому что я ее не знаю, я ее не видела. Так, следующий у нас... Надеюсь, вы на самом деле видите, если нет, как бы я не виновата. Дулат. Зак. 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 Чуть по-другому как-то рэпер? Он рэпер, да. 1,75 м, 62 м. 96-го года рождения. Да. На 2 года старше, да? 17 лет жил с бабушкой и дедушкой. Чем на 2 года старше, на 1 год старше. Ну да. На данный момент является студентом 2-й курс, нифига. Кумир Эминем и Оксимирон. Опасный. Факты. Фанатский хип-хоп культуры со 2-го класса изучал рэп с того же времени. После как приехал в Алматы на учебу, был участником эндерграунд лейбла Рапхан Рэк. В школе занимался акробатикой. Победил международную паре в русском языку. Любимая книга «Множественные умы» Билли Миллигана. «Множественные умы» Билли Миллигана. Я даже чуть не слышала. Следующий у нас. Это у нас кто? Батырхан. Я что говорю, не Демирхан, как я просто сказала, Батырхан. Алим. Вокалист, 7 м, 74 м, 68 м, Мадри город. Может, вообще из Узбекистана. Учкудук. Учкудук, три колодца. 93-го рождения. 174-й рост. Я уже сказала это. Кумир Крис Браун. Мам, папа, старший брат и сестренка. Франк Синатра. Финалист проекта Казахстан Доусы. Финалист проекта X-Factor. Нифига. Полуфиналист? А я может полуфиналист. В этом? В Казахстане. В Казахстане, наверное, скорее всего, да. Потому что мы знаем. Лауреат международных конкурсов в Барселоне, Испании, Берлине, Германии, в России. Да ты вообще крутой. Дизнула, то я тоже люблю эту анимешку. Следующий у нас. Это, кстати, вот этот парень в одном из клипов их очень был похож на корейскую прям этот. Еще один Азамат. Азамат Азе. Лидер.
Группы, рэпер. 93-й год. 1,80 м, 165 см. А ты Рау? Среднее образование, нифига. 2004 года начал увлекаться рэпом, участвовал на уличных фристайл-баттлах. С 2006 года начал профессионально заниматься андеграунд-рэпом. Победил проект K-Top Idols. Нифига, а? Вот их первый клип, то, что вышел, я тебе говорила. Ну, где на этом все? Мы поняли, что это я группа. Я со всеми познакомилась, меня зовут Леся, 90 нового рождения. Розметр уже 61. Пробес, я помолчу. Ну, меня зовут Вероника. Мне 1,60 м. Рост тоже не буду... Рост. Вес тоже не буду говорить. Мы 97-го года рождения, да, нам по 19. Чем мы увлекаемся? Чем мы увлекаемся? Я танцую. Я пою. Давайте, короче, как-нибудь ты споешь, а я танцую. Будет такой же вот дуэт. Снимем что-нибудь. Да, со всеми познакомились. Вы с нами, мы с вами. Да. Пишите, как вас зовут, сколько вам лет. Откуда вы? Нам интересно будет, знаете, куда. Кстати, а на самом... Уфа. Да, мы город Уфа. Демский район. Башкирия, город Уфа, Демский район. На самом деле, давайте сделаем так. Напишите в комментариях, кто вам... Кто вы, сколько вам, а с какого вы города. Я буду знать, откуда у меня фанаты, как бы мне тоже очень сильно интересно, и будем в курсе всех дел. Подписывайтесь на мой инстаграм, потому что там как бы вся моя жизнь. Также контакт. И заходите в группу ВКонтакте, и там оставляйте заявки на реакции. Была очень рада. Всем пока. Окей, чмоки.